Привет, YouTube. Пора анбоксов. Анпакинг, анбоксинг. Пора, короче говоря, сегодня тебе посмотреть, что мы с тобой покушаем сегодня, завтра, ну или когда-нибудь. Вантасти. Бесплатная реклама магазину, ё-моё. Вот такой мешок. Тут килограмм 6, наверное. Сколько тут килограмм? Ну-ка, потрогай. Килограмм 6, наверное, блин. Тяжелые пакетики. А может, взвешаем? Зачем? 6-7. Килограмм 6-7, наверное. Всяких вкусняшек, каких только тут нету. Чего тут? Куплено все по кредитной карте уже. Я тебе уже говорил. Это тебе, блин, не шанечки стала макетырить. Сейчас все будем доставать поэтапно и будем на все смотреть. Что мы с тобой покушаем сегодня, завтра или когда-нибудь? Когда-нибудь. Спайси чикен, чин рамен. Вот такая лапша. Вот так она выглядит. Джелли-белли. Какие-то конфетки, я не знаю, мы будем или нет их пробовать. Дело в том, что это разных вкусов купили, они дорогие весьма. И купили по чуть-чуть всяких. Вот такие. Название не загибай. Ассорти. Ладно, это не самое интересное. Вот такую. Это не кушают. Это подарок такой нам дали. За 5000 покупок всего лишь соль дали, блин. Для ванны, уточняй. Чупа-чупс. Для ванны, да, соль несъедобная. Чупа-чупс. Вот цены, если кому интересно. Где цены? Ладно, цены мы не будем показывать. Короче, общие сложности 5000 вместе стоил рандомной коробкой лапши. Потому что затянется совершенно сильно все. Love me. Вот такой. Печенька, короче говоря. Тут название продуктов написано везде. Крекер от компании Kindy. Вот такой. О, бракованный нам дали. Смотри, что. За такие-то деньги, блин, а за какие деньги? За 49 русских денег. Я сам... Эту штуку мы ели, она нам понравилась. Эта штука стоит 39 русских денег всего. Она прикольная, вкусная. Из M&M's такая сделанная. Мясо, нет, это не мясо. Вот эта штука тоже 60 рублей стоит. Очень оформлено, все просто, блин, великолепно. В азиатском стиле. Это корень лотоса, по-моему. Или стебель лотоса. И тут наша любимая опять. Gourmet Spicy Noodles. Вот такая лапша быстрого приготовления с ценой 199 рублей. Аж на. Сюда покладем. Вот такая штука. 79 рублей. Это вот с такими хохоряшками, типа, знаешь, алоэ вера есть напиток. Алоэ вера он называется же? Чай. Алоэ вера, вот с такими штуками. Вот так будем ложить. Тут опять то, что нам нравится. Это новинка, нам сказали. Якисоба, сода. Вот такая вот штука. Тоже 180 рублей. Бульдак наш, обожаемый нами. Это вот нам сказали, но нам навешали, наверное, на уши, блин. Корейская, короче... Ой, блин, кто она? Морская капуста, ё-моё. Короче, наверное, это нори, скорее всего. Сказали, сильно вкусная, ее едят вот прям вот так, сырую. Тут так как так. Она дешевая, всего 60 рублей. Я взял такие две бутылки какого-то соуса. Ну, потому что дешево, поэтому две. Ну, если что, это ЛГ одну и мне одну. Самое, что мы любим сильно.
2 XPC, ё-моё, стоит она 179 рублей в этом магазине. Зачем я ее взял? Я сделаю супер блюдо тебе. 2 XPC, 3 XPC мы сварим вместе, смешаем, посмотрим, что из этого получится. Нус, нюс, няс, низ. Вот такая шоколадка. Всего 39 рублей, 40 рублей, короче говоря. Ну тоже, все импортное. Поэтому интересно все. Вот такой напиток какой-то корейский или китайский. А цены тут нету. Вот это не дешевая уже была. Не помнишь цену? Разве нету? Mm-mm. Так. Читай, что напиток. Это такое. Алоэ. Оригинал. Есть цена. Вот токпоки и юпоки мы ели с тобой, а ропоки еще не ели. Рапоки. Это вот какая-то лапша со вкусом токпоки. Стоит она 360 рублей вот эта баночка. Да офигеть можно. О. Вот такая лапша за 400 рублей нахрен тебе. Это вот 5+, это вот какая-то штука такая вкусная, 60 рублей стоит. Вот такой батончик. Где-то мы что-то похоже... Вместе с кофе я покупал такие где-то. С тем божественным кофе. Не помню уже. Очень вкусная штука. Чоко Пико. Пинау. Вот такой батон. Стоит который обошелся нам 40 рублей. Вот такой батончик. Аналог виспы, наверное. Смотри, она оформлена так же само даже. Очень похожа на виспу. 39 рублей. Она и по весу такая же, но это вот вафля какая-то в шоколаде. Но похожа на виспу, поэтому захотелось приобрести ее. Тут у нас за 60 рублей вот такая штука какая-то странная. Всякие странные дичи азиатские. Вот такая она штука. Вот читаю вот здесь, что про нее написано. Сенблок Тенжела, Сенки Барма, Жексит. Какая-то банка за 179 рублей вот такая вот. С каким-то корейцем. Что-то она говорила про него, кстати. А что она про него говорила? Какой-то чувак известный или хз, или что, что вкусно она говорила нам? Да, якобы известный. Тут еще вот такие конфетки у нас. Вот такие сам, вот такие же. Шоколадный пудинг вкус. Мы помаленьку взяли, потому что они дорогие весьма. Тут еще один алоэ вера. 129 рублей стоит баночка. Вот они. Это комплект. Будем пробовать. Куда нам без кокоса? Тем более за 39 русских денег. Вот такой. Не вдохнуть бы его, блин. Два одинаковых. Один мне, другой не мне. И еще один, но это уже юпоки. Токпоки, юпоки мы пробовали с тобой. Вот такая баночка. И такая баночка стоит 279 русских деньгов аж. Вот такая баночка. А это вообще почти 400. Итак, как мы на 5 тысяч русских денег набрали, даже пакет бесплатный дали. Что-то пакет, сколько у них стоит пакет этот? 15 рублей. 15 русских денег содрали, ё-моё. Не могли пакетик подарить. Все, блин, это.
Приходится жертву вишки ради превьюшки, блин. Вот такое количество ништяков тебе набрано было, чтобы тебя познакомить со всем этим изобилием кулинарным и познакомиться нам самим. Офигеть можно. Надо обязательно луиз поставить или дизлайк, если тебе это все не нравится, изобилие. Или просто морда моя не нравится. Какая отвратительная рожа. Ну и все, вот это будем постепенно возъедать с тобой. Потихоньку. С тобой, со мной. И со мной. И с Любовью Геннадьевной, да. Пока я дома сижу. Сижу, лежу. Оно мне надо? Ну вот лапши, конечно, мы с тобой не ели, вот эти точно. Но нончим, и нам сказали, что якисоба это новинка некая. Тоже 530 калорий, у них как по шаблону. 179 русских денег для нас стоит. Вот такое количество всего. Раз, как много. Но пока что. Восставший из зада. Ну а пока не скучай, не грусти, скоро мы с тобой в гости жди. Береги себя и близко, здоровья всем тебе. Сайонара. Пока. Не пропусти ничего. Для этого надо подписаться обязательно, колокольчик нажать. И, ребятки, если кто-то не в теме, если у кого-то не приходит оповещение, надо отписаться и сразу же подписаться опять. Что-то тупит YouTube бывает. Если оповещение не приходит, то новых видео. Так что вот, смотри обязательно это. Сделай это так. Stop giving up. Мы сами в предвкушении, все теперь. Сколько всего. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.